Всем привет, с вами Филипп. И Макс. И мы играем Far Cry 3 Blood Dragon. Давайте сыграем. Заново играем. Сохраним. Легко. Новая игра, я не помню, когда уже вышла. Это просто дополнение к Far Cry 3. Давайте поиграем. Ага. Ага. Расстрелять сигнализацию все равно, что убить конца. Понял, твой персонаж может не дышать дольше тебя. Конечно же. Играть будем сейчас за какую-то какашечку, да? Но. Которая дышать совсем не умеет. Если вы что-то... Врагов в радиусе поражения можно поразить. КП. Чтобы зажигать. Так тихо слышно. Надо было звук погромче делать. Ubisoft представляет. Производство Ubisoft Montreal. Вот так вот. Да. Спасибо.
Да, пора повеселиться. О, прикольный музон. Это же это, хищник как бы там. Котякс. Крутой городишко. Оу, бэйби. Прикольная песня. Только сейчас я немножко... Мне надо... Так, здесь база данных. У меня еще навык есть. Понятно, так. Мне надо настроечки и звук побольше, что-то я всем не слышу, ничего. Ладно, я сейчас быстренько поз... Вот так, все, вот. Громко я все слышу. Самолетик. Вот это вот улетно. Прикольно, блин. Да. Ну, такие взрывы. Даже в Far Cry таких много взрывов не было. Еще музон прикольно так подставили. Еще один вертал. Смотрите. О, нас кинули. Или это не нас кинули? Или нас потом. А, вот они, мы пришли. Тут музон так прикольно качает. И теперь мы на авторе, да, будем? Не знаю, на чем мы будем сейчас. Наша экипировка. Far Cry 3. Блад, друзья. Ну иди песенка, лучше сюда песенку сделать. Ну забыл показывать Far Cry 3, Blood Dragon. Ну, иди дальше, а вот. Спускаясь по тросу, радуйтесь, чего? Действие выполнено. Нельзя сохранять игру во время миссии. Игра будет автоматически сохранена в контрольной точке. Так. Стойте, я сейчас еще сделаю одну фигнюшечку под названием... Так, что тут у нас? Где у нас тут? Субтитры. Где субтитры? Субтитры нельзя поставить, что ли? Что-то как странно. Очень странно, почему субтитры нельзя поставить. Ладно, ладно, и без них останемся. Нажми пробел, чтобы переместить тело по вертикальной дуге, перепрыгивая препятствия или ямы. Опа. Нажмите C, пригнуться. Используйте квадроцепы при продержке вестибулярного аппарата. Вот так вот. Ну, это, посмотритесь, мышка, используя одно из пяти основных чувств. Это вот такое. Это у нас цифр. Идите, заставьте себя снизить скорость, перемещая по сравнению привычным бегом. Удержите шифт, чтобы использовать мышцы своих мускулов для увеличения скорости перемещения. Вот это вот бег. Вот это вот уже бег. Вот тут.
А я хочу просто прыгнуть. Нет, не ухватился. Пока вы скрытые враги не видят вас, можно выполнить быструю убийцу, нажав А. Убить ближайших врагов ударом в спину. Чтобы отметить врага, увеличим масштаб, приближить цель, пока она не будет выдвинута. Так, у нас тут вот эта вот фигня. Киберзрение, а у Джейсона вроде было у нас фотоаппарат, как я помню, да, фотоаппарат. Так, вот, что такое он любит? Сердце, да? Ученый. Киберсердца. Вот так вот. История Дайса начинает 5000 лет, начиная с простого D6. Нажмите Е, чтобы бросить Дайса и отвлечь врагов. D6 еще в метро. Нажмите Е, чтобы бросить Дайс. А у Джейсон Броди кидал камни. Ой, тут еще осталось это. Навык. Джейсону Броди надо было прокачивать этот навык, а этому уже сразу же можно назад сделать. Так. Тихо. Чтобы выполнить серийное убийство, после быстрого убийства скиньте цифру по направлению к другому противнику. Вот. Так, это что же надо было прокачивать? Джейсону, но тут... Вот так вот. Да, у него уже все прокачано. Прикольная игра. Может, я еще и пройду Far Cry 3 обычную. Вот когда будет. У нас еще метро. Так, нам сюда идти. Датчик обнаружения появляется, когда враги могут вас видеть. Шкала заполняется, если враги начинают догадываться о вашем присутствии. Он начнет мигать, если вас обнаружили. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выстрелить, правую, чтобы прицелиться. Оружие можно различать по режиму стрельбы, его также можно модифицировать. Прицеливаясь, вы увеличите изображение цели и получаете шанс сделать более точно быстро. Способ данного руководства кибер. Смазка Кобаяси. Кобаяси смазывает будущее. Используя предметы и детали рельефа в качестве укрытия. Нажмите колесико, чтобы бросить гранату, удержите это, чтобы подождать броском, а затем отпустить, чтобы бросить. Угу. Чтобы собрать струпу патрона, просто продадите, но это мы знаем. Фигня. Фигня. Да. Сколько тут еще будет? Теперь убивать плохих парней стало еще веселее, ведь есть киберопыт. Убивать врагов, выполняя задание, собирать все, что плохо лежит. Нажмите Enter, чтобы избавиться от этих заботливых сообщений. Да блин, тоже задолбало. О! Крутая куколка. Что у нас там еще есть? Автомат. Еще один автомат. Либо это снайперка и дрободан. И у нас 400. О, значит, походим с пукалками пока. О, это же как это, только Джейсон Броди, только он кидал. Знаю, как это, уж Far Cry 3 играл просто. Да, знаю. Вот, с сюрикеном сейчас он. А Джейсон Броди тоже с сюрикеном кидался? Он ножом кидался, ты что, не помнишь, что ли, уже? Максим все забыл, быстро. Так, не дайте включить. Я думал, он тут тоже ножом кидает. Не дайте включить сирену. Потому что я хочу оставить.
Так, не очень светло, сделал посветлее. Так. Прям у нас тут качество нет. Калибровка, яркость. О, что-то яркость так стоит на середину. Давай, поднимайся быстрее. Так, надо не оставлять всех живых. Ты совсем охуел. Вот так тебе. О, можно забраться. Круто, давай забирайся. Так, ну сюда. Место стрелка. Во-во-во. Такие звуки у роботов. Так, вместо этого. Не спрыгивай, не спрыгивай. Так, тут сзади нас видят. Вместо водителя. Погнали. Сдохни. Ты ему голову снял? Я не знаю, что ему снять, я не вижу. Так, мы встанем. Тут тоже гавайская фигура. Как и у Джейсона тоже был. Да сдохните вы. Да откуда вы меня стреляете? Столбай. Вот он ТД. Где-то. Ах, понятно, где-то. Значит, мы сейчас сюда заедем. Если у нас получится. Блять, ты заебал там за что-то зацепиваться. Вот он ты все-таки. И вот он ты. И еще один. И еще один. Так, вот тут давай. Круто, задачу. Так, собираем. Да, я ему бошку снес. Да, чувак, давайте. Уберетесь, и там вы уже. А, вот он, Спайдермен, да? Так, меня чуть не заподозрили. Так, бросили камень. Получилось ли это? Кто это? Вот тебе надо было идти, да? Ну надо было тебе всех согреть, а? Теперь все видят. Так, теперь сердца, доллары. Ну, блядь, ну еще и этого призвали. А хули тебе с маслом? Иди, иди уже. У тебя тоже кипер сердца? А, у тебя гранаты и патроны. Ты не охуел так прятаться, а? Вот так все. Ну, прикольная игрушка.
не так уж прям круче Far Cry. Бейте обычно. Куда пошел? Бля, ты что застреваешь так, а? Защити спайдера, убей всех врагов. Так, давай. Давай, так, тени. Вот он с коктейлем Молотова. Увидел уже. На. Вот тоже ловите огонь. Нате, нате. Долбал. Мы успели включить. Сейчас надо еще одну выключить. Так, сюда мы не доберемся. Он у нас. Сдохни. Ты че? Че ты меня палишь? Я могу сердце вырос. Нашего спайдика уже убиваем. Вот этот дебилоиду. Так. Вот тут что-то у нас такое. Так. Обчистить. И вон там у нас еще. Так, вот тут у нас есть еще. Че? Ну че? Так, где тут еще один? Да я ж тебе сейчас пойду. Я ж тебе сейчас угандошу. Куда же я загнал? Надо наверх. Убить этого дебила. Убейте всех врагов. Ну я сейчас убью. Ага. Так, стой, чувак. Так быстро ты не гони. Пошки он нет. Все кибер. Кибер пошки, да? Вот что. Давай, открой. Давай. Что у нас тут? Патроны. Что, куда идем? Сюда? Что будем сейчас делать? Я нажму все кнопки. Пи-пи-пи. Ты где? А, ты вот. Так, что это случилось? А, опять это. Thank you.
9. 8. Ну, 4. 3. 2. Успеет. Это было так подготов. Че там? О, понял все. Ок, скажу, все, все. Только не плачь. Так, нам надо его все защищать. Вот они тут. Они уже идут сюда. Идите в жопу. Да, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Так. Иди от него. Сказал, иди. Так. На, и второго, короче. Где тут? Давай только быстрее. Их тут полно. Вот вам о, видно, рок-н-ролл, мат. А вот, наверное, ты чуть-чуть не видишь. Он вот так вот сделал. Да, это я. Ты проиграл. Что? Все, он умер. Спайдер умер. Спайдер. Да. Это вот фигня.
что найду. Куда стрелять? Что там за блок? Мозгу блок. Чего же они так всегда помалкивают? Все, сдох. Да не офигел ты, на тебе ножом. Давай, быстрее забирай. Сдохнет уже. Надо было просто добежать. А я что с ними воевал. Походу создателей не было много времени, чтобы создать вот этот видюху. Они создали видео скриншотов каких-то. На нашем заводе. Или нет? Так, освобожденная база по-настоящему свободна. Выпущу. Ура!
Охрен. Золото полон секретов, и кесар лики уходит в заметки Кайла Хьюис. Так, мы сейчас выберемся. Чё ж я бежать не могу? Да, вылезай. Вот так, во. Сколько тут драконов? Ничего себе. Красный, желтый, зеленый. О, он же желтый, а тут уже голубой.
Угу. Блин, давай. Еще в кустике. Так. Тихо. И как я вам прошу? Так и... Блин, а как ее бросить? О, как-то нажал и бросил. Задание провалено. Какого фига, я так и не понял, что тут делать. Мне надо... Так, подумай, что тут надо делать. Так, вот. Доставим ножик. Блин. Так. Больше грани. Ничего себе. О, двое, трое. Так, вот так. Удержим. Так, удержите, чтобы достать стрелу. Блин, да нет. Так.
Бла-бла-бла. Так, дракон побежал туда. Я исследую вот этот мир. Так. Так, и что тебе тут надо было?